Важные советы для каждого знака зодиака. Представляем вашему вниманию краткий сборник советов от астрологов для всех знаков зодиака. Прослушайте эти полезные подсказки и будьте во всеоружии. Важные советы для Овна. Счастье для вас – это близкие люди, они ваша поддержка и вдохновение. Деньги и друзья приходят и уходят, это не вечное, а вот родные люди остаются с вами навсегда. Цените любовь, дружбу и ту близость, которая существует между вами. Хорошие отношения дорогого стоят. Не каждому так везет с семьей, как вам. Проблемы есть у всех, и не стоит на них зацикливаться. Не храните обиды в себе. Идите на контакт с родными, и все разрешится. Иногда для того, чтобы стать счастливее, нужно от чего-то отказаться. Подумайте над этим. Важные советы для Тельца. Все мы равны, и никто не имеет права называться суперменом. Не стоит себя сильно превозносить над другими, если хотите сохранить к вам хорошие отношения. Чтобы люди уважали вас, научитесь проявлять к ним должное уважение. Взаимность очень важна. Будьте более терпеливы, и к вам будут также более снисходительны и доброжелательны. Цените тех, кто искренен с вами и раскрывает перед вами душу. Это большая редкость в наше время. Рекомендации для близнецов. Немного альтруизма вам не помешает. Вы не стопроцентный эгоист, но большая доля себялюбия у вас все же есть. Эгоизм ценен только самому эгоисту, но никак не для его окружения. Благодаря любви к себе и заботе о себе любимом, вы многого добиваетесь, материальных благ и яркой, насыщенной жизни. Вы привлекаете внимание и влюбляете в себя. Уверенность в своем превосходстве притягивает очень многих. Но не забывайте, что есть и те, кто не любит нарциссов и себелюбцев. Они могут принести вам много проблем, впрочем, как и вы им. Попробуйте делать добро другим, просто, безвозмездно. И не увлекайтесь ложью, она может спасти вас только на какое-то время, но не избавит от всех проблем. Будьте честны, и в вашей жизни многое начнет меняться. Важные советы для рака. Если вы нанесли кому-то обиду, то лучше извинитесь и найдите понимание с вашим визави. Копить обиды и ненависть не стоит, они съедают изнутри. Искренние извинения могут принести большое облегчение для обеих сторон. Научитесь примиряться и принимать извинения. Будьте благороднее и станете счастливее. Не притворяйтесь, что вы лучше, чем есть. Будьте собой и помните, что жадность строит стены, а не мосты. Наставление для льва. Чувство собственного достоинства – это хорошо, но вот только самым полезным навыком в жизни является способность поставить себя на место другого человека, посмотреть на предмет разногласий с другой стороны. Денежный вопрос играет важную роль в вашей жизни. Вы хотите много зарабатывать и столько же тратить, но чаще выходит немного иначе. Вы живете не по средствам. Вам нужно расходовать ровно столько, сколько вы можете себе позволить, а не поддаваться своим желаниям. Подсказки для Девы. Вам нужно свыкнуться и принять тот факт, что вы не всегда можете быть правы. Тогда вы станете больше располагать к себе людей, и ваша личность не будет вызывать дискомфорта. Всезнаек никто не любит. Будьте не столь категоричны по отношению к самому себе. Не требуйте невозможного. Самосовершенствование должно быть постепенным и разумным. Ничего не приходит сразу. Чтобы добиться большего, нужно порой рисковать и выходить из зоны комфорта. Не стойте на месте. Пробуйте, выходите за грани, и вы откроете для себя новые возможности роста. Советы для весов. Для вас все будет хорошо, если усвоите, что жизнь как шахматная доска. Вы ведете на ней свою игру, и всегда есть шанс на победу. Вы сами выбираете, кем быть, победителем или поверженным. Вам не нужно спрашивать других то, о чем можете спросить самого себя. Вы на многое самостоятельно готовы дать разумный ответ. Решить многие неурядицы вы можете без помощи посторонних. Стоит только хорошо подумать. Доверяйте своему чутью и действуйте. Берегите близких, они ваша крепость и сила. Подсказки Скорпиону. Даже если вы чувствуете в себе силу и считаете, что можете в одиночку изменить мир к лучшему, нет причин, чтобы отказываться от помощи. Примите ее от людей, которые искренне ее предлагают.
вам станет ощутимо легче. Помните, что добрые дела не делают нас святыми. Творите хорошее, чтобы просто нести счастье другим, и сами от того наполнитесь благодатью. Не просите отдачи и расплаты, вам все вернется. Давать советы – очень неблагодарная вещь, потому будьте с этим осторожны. Советуйте только в том случае, если вас об этом просят, иначе это могут расценивать как попытку манипуляции. Советы Стрельцу. Личности с дипломатическими способностями всегда более успешны, чем эгоисты. Это важный жизненный урок, который нужно усвоить как можно скорее. Цените помощь и благодарите за нее. Учитесь доверять и будьте более толерантны. Не злоупотребляйте гостеприимством, если хотите оставаться желанным гостем. Не делайте вид, что вы лучше других, ведь у каждого есть недостатки. Наставление Козерогу. Идеальных людей нет, и не стоит требовать от себя невозможного. Не истязайте себя в попытках стать более идеальным. Так вы только измучите себя и сыщете славу скучного типа и сумасшедшего карьериста. Перемены неизбежны, и их нужно воспринимать позитивно, даже если они не несут ничего доброго. Это опыт, на котором вы учитесь и растете. Оставьте все плохое в прошлом и не отворяйте туда дверь. Не грустите от старых ран, вы стали разумнее и сильнее. Вы, как птица Феникс, возродились. Важные советы для Водолея. Любовь и дружеские отношения занимают в жизни каждого значимое место. Но осознаем мы их только, когда начинаем ценить внимание и заботу. Давайте, а не только берите, ведь это намного важнее в отношениях. Никогда не унижайте. Так вы никоим образом не возвыситесь над униженным. Вы только покажете свою непотребность. Это не красит никого. Подсказка рыбам. Определитесь со своими желаниями и потребностями. Ведь для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно знать, что вам нужно. Поставьте себе цель и выясните, что вам для этого требуется. Поиск смысла жизни, несомненно, важен. И задумавшись об этом однажды, вы не сможете отказаться от него. Всем нужна полноценная семья, но для ее благополучия требуются силы и проявление понимания. Цените своих родных и все, что они для вас делают. Друзья, мы с вами знаем, что очень часто гороскопы помогают людям лучше понять собственные возможности и узнать те пути, с помощью которых достигается успех, счастье и гармония. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все интересное здесь.